Вот они, красавцы! Солнышки, мы хотим вас поздравить с самым веселым, самым счастливым днем вашей жизни. Это первый и самый главный ваш праздник. И пусть у вас всегда и во всем будет хорошо. Анюшенька, мама читала тебе стихи от меня? Прочитаю, папа. Я сам прочитаю. Хорошо, читай. Я хотел сразу, чтобы мама прочитала, но потом решил сам. Анюша, я тебе обещал, что я тебе напишу. И я тебе написал. Послушай. Хорошо вы меня слышите? Да! Усевшись на диване поудобнее, на старенькое фото кинув взор, я мысленно, чтобы чувствовать свободней, с любимой внучкой начал разговор. Привет, малышка! Как ты там, родная? Что нового и как идут дела? Я чувствовал, тебе уже точно знаю, ты так же весело, прекрасно и мило. В ответ лицо улыбкой озарилось, обдав меня теплом красивых глаз. И от чего-то вдруг слегка смутилась, как это было в детстве, и не раз. Привет, дедулечка! Как прежде, все в порядке. Скучаю по тебе, что слов не нахожу. Учусь, работаю, все в нашей жизни гладко. Да, дедушка, я замуж выхожу. Как замуж? В памяти промчались пеленки, ползунки и первые слова. Еще вчера мы весело игрались, а нынче аж кружится голова. Анюта, солнышко, ты шутишь или серьезно? Кто он, откуда, кто его семья? Боюсь подумать, может быть, возможно, что в скорости прадедом стану я. На сердце радость, а в душе смятение. Как сложится теперь твоя судьба? Мне трудно совладать с моим волнением. Жизнь не прогулка, а скорее борьба. Анюта, солнышко, мой голос замирает, и сам себя на мысли я ловлю, что внученька моя, конечно, знает, как очень сильно я ее люблю. Я пожелать хочу, чтобы вы красиво жили. Беда и радость только пополам, чтобы всю жизнь друг друга вы любили, тогда и счастье улыбнется вам. Пусть ваша жизнь несет вам только радость. Детишек куча пусть украсит дом, пусть поцелуй приносит только сладость. Ведь мир хорош, вы украшение в нем. Поздравляю! Ну, а письменный вариант тебе мама передаст. Уже передала. Папа, уже передала. Мы сейчас предлагаем... Молодец. Я скажу-то, можно? Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас сможете наблюдать танец Ани с папой. Вы готовы? Замечательно. Все, тогда настраиваемся всем. Вот, Анечка.